Полюбуйтесь, пожалуйста. Эх, как же иногда хочется, чтобы дороги нашего города были чуть-чуть пошире. Очень часто нам с вами не хватает еще одной полосы. Вот самые нетерпеливые и лезут на встречную, при этом серьезно пугая других участников дорожного движения. Я понимаю, что сплошная там подстерлась, но ее же видно. Из-за вашего маневра водителю встречного автомобиля даже пришлось сбросить скорость и съехать на обочину. А если бы его занесло? Что-то я сомневаюсь, что вы бы остановились ему помогать. Итак, в Улан-Удэ грешат многие. Вот еще один пример, как делать нельзя. Он что, машину чем-то смазал, что она не зацепила другие авто? Просто чудом удалось избежать столкновения. А уж что могло произойти, по инерции зацепил он кого-нибудь, даже представлять страшно. Это куда же можно так спешить? Подумайте хорошенько, а стоит ли вообще торопиться, когда на кону человеческие жизни? Я, конечно, понимаю, что вас на остановке люди ждут, но уж так нарушать это ни в какие ворота. Такое ощущение, что сплошные полосы у нас дорожники для себя рисуют. Мне кажется, если бы за подобное хулиганство чаще наказывали, нарушители были бы не настолько смелыми. А здесь что, смелость или что-то другое? Но совершенно очевидно, водитель перепутал тротуар с проезжей частью. Меня пугает то, что у нас дурной пример в городе, но очень заразителен. Если завтра там специальное ограждение не поставить, в следующий раз вереница из таких хитрых водителей соберется. Это я сейчас к комитету городского хозяйства обращалась. Похоже, только специальные ограждения и помогут. Водители то и дело поворачиваются второй полосы налево. Видимо, не хотят стоять на светофоре. А вообще, может, кто-то забыл, но согласно правилам, налево поворачивать нужно с крайней левой полосы. И неважно, есть там направление движения по полосам знаки или нет. Вообще надо быть внимательнее на дорогах. Девушка выставила аварийный знак, а другие водители словно его не видят. Несколько раз переезжали, роняли, ломали, в том числе и общественный транспорт. Хочется спросить, а как вы вообще такие невнимательные передвигаетесь? Меньше вам хамов на дороге, а если и попадаются такие, снимайте их на видео, отправляйте нам, а уж мы наказываем не рублем, а общественным порицанием. Полюбуйтесь, пожалуйста.